Приветствую, коллеги, это аналитика валютных рынков и торговый идея от компании Tikmill, и с вами я, Артур Изиатуллин. А рисковые активы и нефть у нас сегодня находятся под давлением, продолжает, собственно, слабость с середины прошлой недели. Мы видим отрицательную картину по фьючерсам на американские индексы, можно также заметить слабости на европейских рынках, ну вот DAX пытается выбрать в положительную зону, но у него еле-еле получается. Собственно, по нефти мы сегодня также видим такой, ну, умеренный рост, но в целом они вот болтаются уже несколько дней около открытия получается. Одним из главных рыночных событий, на мой взгляд, за которым стоит сейчас наблюдать, является стабилизация цен на сырье, на сырьевых рынках после бурного роста, который происходил у нас с начала мая. Собственно, если мы посмотрим на вот этот индекс, это у нас индекс Bloomberg по ценам на сырье, берется у нас 26 товаров, собираются они в одной, получается у нас этот индекс. Мы можем видеть, что начиная, получается, с 12 апреля у нас происходит вот здесь такой небольшой обвал. Ну и в целом вот у нас период, характеризующийся прошлой неделей, можно сказать, что на нем у нас видна такая сформировавшаяся уже вершина на товарном рынке и, возможно, какое-то начало коррекции. Собственно, все бы ничего, как бы да, есть какой-то вот здесь какая-то стабилизация. Почему мы должны обращать на нее внимание? На самом деле, вот это движение, вот эта стабилизация, она породила несколько, на мой взгляд, взаимосвязанных движений на других рынках, прежде всего на рынках, которые чувствительны к инфляции. Собственно, если мы с вами посмотрим на доходность десятилетних казначейских облигаций, которые очень чувствительны, как вы знаете, к ожиданиям по инфляции, так вот видно, да, то, что вот также начиная примерно с 12 мая, вот здесь мы видим движение этой доходности вниз. Напомню, когда этот показатель движется вниз, то, скорее всего, рынок ожидает более низкую инфляцию в будущем. И наоборот, когда этот показатель ускоряется, движется вверх, рынок ожидает более высокую инфляцию. Собственно, вот этот у нас скачок, это у нас выход апрельской инфляции в США, да, там, которая очень сильно выше прогноза казалась, но, ко всеобщему удивлению, очень быстро погасили мы вот этот скачок вверх, ушли вниз. И это как раз-таки совпало со стабилизацией цен на товарных рынках. Затем, можно еще отметить на этой неделе вот такую вот тенденцию в комплексе товарных валют. Это у нас канадский доллар, новозеландский доллар, австралийский доллар. Они сейчас торгуются в минусе против американского доллара. Но вот что можно заметить, это не происходит потому, что у нас очень сильно укрепляется доллар. Мы видим сегодня, наоборот, по индексу доллара отрицательную динамику, торгуются на около открытия, причем чувствуется какое-то вот повышательное давление у нас по основным оппонентам. Это у нас по евро и по британскому фунту. В общем, вот это ослабление в товарных валютах, оно не наблюдается, потому что у нас укрепляется в целом доллар. И вот, на мой взгляд, это связано с тем, что у нас на товарных рынках есть слабость. Там произошла стабилизация, и тут же у нас переломился тренд у нас по прежде сильно растущим австралийскому и новозеландскому доллару. В общем, на мой взгляд, сейчас у нас происходит остывание на рынке сырья, сейчас там растет риск коррекции, и прежде всего он зацепит именно товарные валюты. По ним сейчас открывается возможность, на мой взгляд, шорта. Интересно, конечно же, понять, почему у нас произошла стабилизация цен на товарных рынках. Есть два фактора, я бы хотел выделить два фактора, которые связаны с этой стабилизацией. Во-первых, это у нас рост числа заболеваемости ковидом в Азии, в азиатском регионе. Несколько стран там доложили резкое ускорение новых суточного прироста, ускорение его. И азиатские страны отличаются тем, что они сразу начинают вводить очень жесткие такие локдауны по международным меркам. Япония, Сингапур, там Тайвань, получается, у них рост числа новых случаев, они вводят локдауны. И мы все знаем, что экспортно-ориентированные страны Азии, они формируют спрос на сырье на товарных рынках, очень сильно формируют. Собственно, если они вводят ограничения, сразу ожидание роста спроса на сырье на товарных рынках, эти ожидания, они ухудшаются, да, они
хуже, короче, становится ожидание по спросу, да, у нас по сырью. Вот, собственно, как раз-таки, когда у нас на прошлой неделе у нас и возникли вот эти новости, что происходит рост числа новых случаев, у нас вот здесь вот и произошла стабилизация. Второй момент – это у нас индексы цен производителей и компонент цены на сырье в производственных индексах производственной активности крупных экономик и некоторых азиатских экономиках. Я напомню, да, у нас есть вот такие показатели, возможно, вы за ними следите, это PPI, индекс производственных цен, и индексы активности в производственном секторе, да. Вот эти у нас вот есть два таких вот показателя. Вот здесь вот в этом показателе у нас есть компонент input prices, он как раз таки у нас входит во формирование вот этого вот индекса, индекс PMI. И вот нужно заметить, что по крупным экономикам и плюс по азиатским экономикам вот этот субкомпонент, он начал очень сильно расти в апреле. То есть он показывал очень высокие значения, и это нам говорит о том, что входные цены у производителей в производственном секторе начали очень сильно расти. И понятное дело, когда у нас растут входные цены, маржа сокращается, это все приводит к тому, что вот накапливается критическая масса какая-то, да, и все, и компании просто начинают сокращать спрос на сырье. Товарные рынки, конечно, склонны учитывать это сразу, и поэтому, возможно, мы сейчас видим зарождение вот такой вот тенденции, которая продиктована тем, что у нас слишком сильно выросли входные цены у производителей, начала их маржа сокращаться, они в ответ были вынуждены сократить спрос на сырье. И, понятное дело, это все вот началось учитываться в товарных индексах, в товарных ценах, и вот, собственно, произошла у нас стабилизация и вот в этом индексе. Вот, на мой взгляд, есть две причины, которые обуславливают то, что у нас сейчас происходит остывание на рынке, на товарных рынках. И если у нас это движение продолжится, на мой взгляд, у нас пострадают прежде всего австралийский, новозеландский доллар и канадский доллар, экономики которые завязаны на экспорт сырья. Если у нас сырье падает, то и стоимость этих валют, она также на мировом рынке также начинает снижаться. Собственно, мы видим вот такое вот тревожное сегодня движение в двух вот этих валютах, вот таких товарных, пока еще канадский доллар более-менее держится. И если у нас последует дальнейшая коррекция на товарных рынках, а мы увидели первые признаки возможные того, что у нас наступает коррекция на товарном рынке, то, на мой взгляд, у нас появляется фундаментальная слабость, повод, да, снижаться в австралийском и новозеландском долларе. Если мы, собственно, рассматриваем вот такую вот техническую картину, то видно, что этот аптренд, который у нас был по новозеландскому доллару, который был связан с вот этим вот подъемом цен на сырье, он у нас сейчас также, мы видим, наступает какая-то слабость, мы начинаем тестировать вот эти границы, да, нижние границы торгового диапазона, точнее, трендового канала. Собственно, если мы уходим вот здесь ниже, за вот эту границу, мы ее все-таки успешно пробиваем, попытка, если будет уйти выше, отбой, соответственно, если мы дальше уходим вот так вниз сюда, то, на мой взгляд, это является логичным ответом на продолжающую коррекцию на товарных рынках. Поэтому я бы рассчитывал на то, что мы пробиваем эту трендовую линию, это будет сигналом к тому, что продолжается у нас снижение, мы будем тестировать вот эту вот нижнюю границу вот этого общего канала, да, горизонтальную границу. По новозеландскому доллару это у нас ситуация очень-очень похожая. Вот здесь также мы видим трендовый канал, который обусловлен у нас ростом цен на сырье. Если мы видим здесь пробой, уход ниже вот этой границы, успешный именно пробой, то есть закрепление получается вот здесь, отбой от этой границы, закрепление ниже ее, то, на мой взгляд, уже последует дальнейшее движение вниз. Мы будем тестировать вот этот уровень, во-первых, да, 0.71200, затем вот этот мы будем уровень тестировать, ну и будем основной уровень тут среднесрочный 0.69500, это уже последняя такая точка, последняя цель вот этого движения. Но вот, на мой взгляд, сейчас слабость на товарном рынке, она подвергает угрозы
именно товарные валюты, такие как австралийский доллар и новозеландский доллар. Поэтому вот рассматривать вот здесь отбой движения сюда, в эту точку, на мой взгляд, является очень логичным продолжением. На мой взгляд, на этой неделе это может вполне произойти, но для этого вот мы должны увидеть продолжающаяся в целом слабость на товарном рынке. Если мы видим дальнейшее движение вниз, то понятное дело, мы все уже целимся вот на эти цели, которые находятся ниже, вот здесь, да, которые мы с вами обсуждали. Это все как раз-таки будет способствовать, этому будет способствовать как раз-таки слабость на товарных рынках. И на мой взгляд, сейчас вот мы обсудили с вами две причины, почему она могла возникнуть, почему там мог возникнуть переломный момент, почему стоит ожидать какую-то коррекцию в общем на товарных рынках. Вот, собственно, давайте с вами следить за тем, как же будет развиваться ситуация у нас по товарным валютам. Очень интересно, на самом деле, посмотреть, будет ли у нас сломаем ли мы вот эти повышательные трендовые каналы, да, и будем уходить ниже. Нужно для этого снижение цен на сырье, давайте будем его ждать. На этом я завершаю свой обзор. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео. Не забудьте поставить лайк, если вам этот выпуск понравился, и вы хотите увидеть новые выпуски. На этом у меня все. Всего доброго, торгуйте в профит.